На канале есть реклама, и с нее есть доход, хоть и мизерный, но доход. Доход есть, и я решил, что мы будем тратить этот доход вот так. Смотрим. С 1 мая, с праздником. Рогадов Николай Павлович, 89. 89 лет? Да. Ого. Смотрите, пожалуйста, купите себе все, что вам там. Хоть что-нибудь, но с праздником вас. Серьезно, все, что было. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. Мне хватает. Хватает? Ну, не знаю. Без излишеств ничего себе такого особенного не позволяет. Мне с игротвой полный порядок. Ну, жена у меня получает тоже немножко повышенную, 15. Угу. А у меня 25. Нам двоим выше крыши. Понятно. Удачи вам. Хорошо, когда пенсионерам и ветеранам труда на все хватает. Это самое важное, чтобы на все хватало, чтобы холодильник, чтобы еды было завались. А? И если ты захочешь поддержать, чтобы такие ролики появлялись чаще, чтобы к 9 мая мы поздравили хотя бы несколько, но ветеранов, я каждому лично в ролике скажу спасибо за поддержку, потому что это очень важно, поздравить наших ветеранов с праздником. И подписывайся на канал, дальше будет только интереснее.